Приветствую всех, кто смотрит мое видео, всех моих дорогих подписчиков, всех тех, кто случайно попал на мой канал. Вот хочу вам показать нашу дачу в Германии. Год назад, в апреле, я снимал видео вот точно с этого места о том, как мы посадили клубнику. Клубника была куплена в черном нетто. Где-то там было 10 кустиков, и вот в это место она была благополучно посажена. Вот точно тот же ракурс, ну вот разве что леечка чуть-чуть не такая, купили вот зеленую пластмассовую, она легче, чем старая жестяная. Потом было у меня майское видео, где я показывал, как эта клубника уже немножечко стала укоренилась, стала расти, стала больше. И вот я показываю, что у нас в мае 2020. Ну, если в том году были кусты, которые мало, ну где-то процентов 20 было такие, что вообще не цвели, и мы думали, ну может это какое-то мужское растение или еще что-нибудь, то в этом году вот видно, что цветет уже все. И цветет, как говорится, рясно. Очень рясно. На каждом кустике десятка-два цветков. Я не знаю, если это все будет, то будет очень красиво. Ну и надеюсь, что вкусно. Мы в том году уже пробовали. Клубника уже в том дала урожай первый в том году. Немного, но было. И она очень хорошо разрасталась. Мы ее даже пересаживали на пустые места. Вот на том участке подсаживали. И здесь она разрослась. Вот сейчас выходит солнышко. Вообще-то погода стоит прохладная, тучки. Немного было дождей, апрель был очень сухой. Ну, мы ее понемножку поливали, сопали. И вот сейчас она в таком вот у нас хорошем состоянии. Ну, в этом году я вам точно уже сниму, какой будет урожай, какая будет клубника. Покажу, как это, так сказать, натуральную величину, сколько и как будем. Так что надеюсь на погоду, надеюсь, что все будет нормально. И что скоро мы увидим клубнику красную, вкусную. Попробуем и вам покажем.